ресторан, кстати, на выезде. Детский шатер работает с очень интересными занятиями, развивающими детей, играми, занятиями. По вечерам проходят концерты. Сегодня играет интересная армянская группа «Вампир», которая завтра будет выступать также в «Белом колодце». В общем, у нас само цветение фестиваля. Я хочу слово, потому что уже вчера я сделала, представить вам Ленор Гарари, которая впервые приехала в Воронеж, но уже второй раз находится в Воронеже. И если вчера вы попросили Ленор почитать стихи, то сегодня что-то совсем другое нас ожидает. Это презентация детской книжки «Марта не плачет». Ленор расскажет подробно о том, как далась эта книжка, поскольку текст написан уже несколько лет назад, а вот новое, так сказать, воплощение, новое такое явление, что я думаю, совершенно необычное, потому что создано. И да, Ленор получается еще и художник этой книги. И когда здесь процедура, добрый вечер, Лена, огромное спасибо. Я не очень знаю себе как должно все происходить. Но я хочу просто рассказать, откуда эта книжка на коленях взялась. Значит, я увидела ее впервые вчера, здесь уже в Воронеже, я ее не видела ни разу. Меня некоторое время